за елку. Давай я лучше. Ой, елку. Машина едет, Жень. Давай, давай, Жень, давай. Жень, машина едет. А вот и елочка дома у нас распустилась. Немножечко тут у нее не хватает. Ну ладно. Это воздушный. Высокая, а наверху как будто кактус торчит. Ой, не надо вот эту. Это мы не будем эти наряжать. Почему? Ну, потому что, ой, они могут упасть, и они разобьются. Это у нас вот коллекционные. У нас такая коллекция. Это еще пока маленький, Дим. Мы их не будем пока. Ну, вот эту повешу, которую я сейчас. Вот тут вот. Какой? Ну, да, это. Подожди, Дим, Бусина. Подожди чуть-чуть. Я вот положила, вот они. Дима, вот сюда. Вот тут бери. Вот. Все пыльное. Все пыльное, и тут у нас ежик упал вон там. Коллекции. Вот такие у нас советские, коллекционные. Дим, как ты вешаешь, у тебя все падает, что-то не пойму. Ты поглубже вешай на елочку. Хорошенечко вешай. Странно они у тебя. А, они там на проволочках, да? Сейчас тебе помогу. Такие вот коллекционные всякие. Хорошо, на ель легко вешать, коллекционные маленькие. А-а-а. Вот это на ёк поедет. Вот это вот новенькие. Ёжика вешаешь? Ёжика держишь. Это, Жень, мне кажется, надо его положить куда-нибудь вон туда, вон, на веточку так вот поставить. Он упадёт с веточки. Да почему он упадёт? Не надо хороший ёжик. Да что-то он не стеклянный. Ну пускай этот висит, а вот этот ёжик, это, кстати, фикс-прайсовский. А, фикс-прайсовский. О, прекрасно сидит, смотри, пап. Ой. Ёжик сидит там. Да, они все перемотались. Буду... О, Снегурочка. Но это нанес потом. Хлопушку тут даже нам дарили. Не трогай пока ее. А это конфетка? Господи. Нет. Так, ну и что, сейчас мы чуть-чуть. Вот они наши коллекции. Покупали, докупали, да? Помнишь, Жень? Раньше бабульки сидели. И помнишь, прям перед Новым годом деньги пытались заработать. Видимо, пенсии не хватает. Все вместе мы ее нарезали, елочку. Да, все вместе. Так, и продавали. Ну ладно, сейчас мы тут. О, какая елочка. Красивая. А помнишь, как я эти бусины я подлинела? Тебя все интересуют палки и веревки, да? Где? Только ты не сильно, только короткие делай. Угу. Тут как раз еще картину надо. Зимний пейзаж. Да. Повесить. Старенький. Смотри, не нажми никуда. Там есть запись? Все, Дим, наряжай, я тебя сниму. Запись видна? Да, видна. Вот, Дима наряжает. Дима наряжает, а мама у нас мама там копошится. Да, достает дождик. Достает дождик. Это дождик у нас. Я отсыгиваю тут. Дождик у нас, смотрите, балхаш. Из я Балхаша приехал. Последний раз его в Балхаше наряжали. На меня еще покажи. Куб. Видно меня? Да, привет, подписчики. Да. Вот. Еще был Балхаша последний раз его наряжают там. Фамилия, ну ладно. Ой. Вот, Дима. Теперь еще был вроде у нас дождик, но что-то не могу найти. Конвертики от него есть. Он, видимо, растерялся, что ли. Кто? Вот, конвертики эти, дождики. Вот, у нас конец 2021 года, да, папа? Ну да. Там что-нибудь, как штатив, что ли, стоишь? Я Дима, а с той стороны не надо. Не надо. Ну там не видно же все равно. Давай с этой стороны все вешай. Там же все равно нам не видно ничего. С этой стороны вешай. Димочки у нас 4,5 годика, да, Дим? Да, Дим. В январе. Ну, почти уже считай. Январь скоро. Ты на юг поедешь с пап? Я тебя снимаю.
Ну, оставь немножко, я потом закину. Так, а я тут сижу, перебираю, смотрите, наши советские. Да, советские наши такие были. Помните, наверное? Разные тут вот. Да, красивые ладно. Птички, да? Они стеклянные, аккуратно клади. Они стеклянные. Поэтому мы не будем пока их вешать. Где тут мы покупали? По-моему, вот это, наверное, может, покупали или... Бабулины, может быть, мамины. Вот это покупали, по-моему. Вроде не наши. Как шишечка. Пока Дима немножко все равно маленький, да, Дим? Да. Мы пока эти не будем. Это у нас коллекция, коллекционная, я их называю. Сейчас такие уже не купишь нигде. Даже, в принципе, на улице, даже на улице, сколько мы с тобой ходили, бабушка, я не видела, чтобы сидели и продавали. Обычно перед Новым годом всегда было много народу. Да, Дим? Да. Дим? Да, Жень? Да. Петров, скажи. Да, это верно. О, какие! Тоже советские, смотрите. Советские. У тебя птичка убежала, Жень. Ну, сейчас поправим. О, какая у нас елочка стала. Какая красивая. У тебя птичка убежала. Пускай, да, он висит. А потом ты... Как? Ты уверен, что растянешь? У меня птички! Вау! У меня птички! У меня птички гуляют! У меня птички! Нет, да, не дотянется же. Надо ветру, может, ниточка? Да, нужно, знаешь, что? У меня птички гуляют! У давай меня... веревку. Птички гуляют у меня. Какую-нибудь крепкую. Я... Класс! Нитка? Я тут привезу. У меня нитка крепкая есть. Давай. А теперь вот мы их сняли, теперь они идут. Угу. Да? Странные часы. Так, мама, а где нитка хорошая у нас есть? Она крепкая? Ну, крепкая она. Так, мои любимые птички. Радуюсь. А зачем на птичке повесили дождь? А? Гирлянда, гирлянда, да? Это же гирлянда называется. Прямо у меня гуляют птички. Что, ножницы? Птички у меня гуляют. Давай, ножницы. А где они? А сейчас. Я как пойду? Я... О, какая красота! У тебя праздничная комната будет. Праздничная, елка уже распустилась. Ну что, гирлянда, пора. Все, гирлянда. Вешать на елку. А, какие гирлянды? Которые светятся, они не здесь. Здесь они. Ну, давай повесим и включим. Давай. Давай. А Дима их уже нашел, что ли? Ну, он их уже спрятал. Дима, знаки гирлянды. Он спрятал. Ну, давайте с мамой вешайте. И птички даже. И птички даже, да. Давай, чтобы утязался. Сделать, чтобы утязался. Кто держался? Где вот там у нее? Гирлянда. Она же не держится, что ли? Держится же. Вот. А, только два режима. Вот так. А, можно. А, чтобы она, да, горела, да? О, какая красота. Какая красота у Димы. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая росла. Метелей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Что дальше, пап? Снежок. А, снежок а ее. Мороз снежком окутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком окутывал, смотри, не замерзай. Да, Дим? Смотри, как красиво. Я к тебе жить перееду. Тепло у тебя тут, хорошо, елка какая пышная, внизу прям пышная. Так, а теперь если включаем, да, давайте вопрос, где у нас Дед Мороз? Под елку должен быть Дед Мороз. Ну, вот. Завтра. Так, приветики всем.
И у нас подарки к Новому году под елочку. Вот эти я купила маме. Не помню, сколько они стоят. Смотрите, тут даже есть, можно подписать. Любимые мамочки от доченьки. Такие конфетки, они, кстати, очень классные. Мама такие любит. Вот, здесь 200 грамм. Так, это я взяла Диме. Он любит всякие чупа-чупсы. Здесь, по-моему... А, где же? Вот. Всякие такие. Ну, дети любят. Чем просто какие-то непонятные конфеты, неизвестные. Ну, ему еще будет детский новогодний подарок. Мы заберем во вторник с садика. Так, это я Женьке взяла. Чисто символический, маленький. Потому что я узнала, что он мне тоже готовит что-то маленькое очень. Такое чисто символически. Обычно он мне деньгами. А... Ну, посмотрим. Не знаю даже, что там. От Милки что-то, кстати, очень классно. Раньше, прошлые года были вот, ну, просто вот чисто вот такие, какие-то непонятные конфеты. А смотрите, в этом году, ну, не знаю, может, и в прошлом году что-то было. И вот это я себе любимый купила, большой такой, тяжелый. Просто Диме, получается, еще будет из садика и плюс, то есть у него два. Вот. Поэтому я решила взять себе побольше. Здесь у нас получается... Ай, залезла куда-то она. Где? А вот 701 грамм. Хотя, кстати, вот так поднимаешь, ощущение, как будто не 700, а грамм 500. Ну, как-то под килограмм... Нет, ну, легкий он какой-то. Кстати, я вчера шла, он у меня не поместился в рюкзак. Я несла его в руках. Кстати, так удобно, такой, как чемоданчик. Я пока шла, думала, ну, может быть, ладно, я под Новый год аккуратненько его открою. Потом, может быть, его чем-нибудь обклеить. И будет как коробочка такая, переноска. Хотя, куда мне с ней ходить? Ну, такая прикольная. И смотрите, прям дверцы какие-то. Там, наверное, внутри еще, скорее всего, коробочка какая-нибудь. Вот здесь у нас Аленка. Наверное, так. Даже не видела. Ну, а вот. Здесь вот она написана. Красный Октябрь. Это как раз красная шапочка, все такое. Бабаевская и Ротфронт. Я надеюсь, то, что там, скорее всего, будут нормальные конфеты. Не как обычно бывает там сборище непонятно чего. Вот. Ну, наверное, с вами вместе и посмотрим потом. Вот. До Нового года-то я обзор делать не буду, хотя этот ролик не знаю, сколько, когда выйдет. Ну, вот эти вот я покажу. А здесь известно уже, что. Здесь, по-моему, вот этот один, этих два, этот, наверное, один, что ли. Milky Way. Ну, вот, а, ну вот эти два. А, нет, 2, 2, 2, 1, 1, 1. По-моему, так. Вот, все купила в перекрестке. Все вместе у меня вышло 1700, но с карточкой получилось 1200. Представляете? Класс. Я такая смотрю там на кассе 1700. О, думаю, как я так набрала? Офигеть. Еще, кстати, два маленьких мандемсика было за 100 рублей. Оба. Каждый полтинник. А потом на раз такая карточкой 1200. Я такая, вау, класс!